Правительство республики распределило средства из федерального и республиканского бюджетов, предусмотренные на подготовку и проведение столетия образования Чувашской автономной области. В плане работ – ремонт 34 культурно-досуговых учреждений и реставрация 21 объекта культурного наследия в муниципальных образованиях Чувашии. Всего за три года на ремонт и реставрацию в рамках юбилейных мероприятий планируется направить почти 490 миллионов рублей, в том числе из федерального бюджета 340, из республиканского 142, из местного бюджета более 4 миллионов рублей.